va passer près de 2 heures ensemble. И потом мы научимся петь вместе. Привет! Сейчас мы вместе с вами посвятим время тренировке вокала. И для этого мы пойдем на мою студию, где поработаем с голосом с помощью вокализов и технических упражнений. Затем мы попоем вместе с вами, выучим несколько упражнений по вокалу, уделим внимание технической постановке голоса. Кроме того, мы разберем материал моей школы пения, который состоит из совместного пения, самостоятельного пения, нескольких вокализов для постановки голоса, а также песен и караоке. Благодаря таким упражнениям вы сможете петь со мной самостоятельно, а также с помощью пианиста Джереми и певцов, которые будут с нами работать. Вы сможете под аккомпанемент фортепиано петь упражнения, работая над техникой дыхания с помощью простых мелодий, воспроизводя манеру правильной подачи голоса и разогрева. Тренируясь с такими вокализами, вы сможете очень быстро выучить все эти упражнения, почти как игру. Откройте для себя этот секрет. Позиция и разогрев. Каждый певец знает, как правильно занять удобное положение для разогрева голоса. Это несложно. Сейчас мы выберем наиболее удобную позицию, чтобы сделать такой разогрев вместе с моей ученицей Жули. Каждый должен принять удобное положение. Я постараюсь сделать это правильно. Мы располагаемся друг напротив друга. Все это делается для того, чтобы видеть все наши разные части тела и мимики лица. То есть, чтобы видеть лица друг друга. Таким образом, мы должны пропустить этот вокализ через сердце и дыхание. Это дыхание через нос. Ce qu'il faut garder à l'esprit, ça va? Tu l'as fait, c'est bon? Voilà. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, en fait, il faut rien avoir à l'esprit. Ça chante, ça respire. Кроме того, мы должны пропустить его через наше сознание. Это довольно несложно для разогрева. On est détendu, le visage au neutre. Et on respire par le nez. C'est bon? C'est cool? Поняла. Из чего состоит такой разогрев? Разогрев состоит из разных вокализов, таких как ням-ням и ню-ню. Эти ням и ню нужно проговорить перед тем, как пропеть. Жули повторит после меня. Ням-ням-ням, ню-ню-ню-ню. Вази, ма Жули. Ням-ням-ням, ню-ню-ню-ню. Теперь более чисто и в тембре. Ням-ням-ням. Отлично. А теперь более эмоционально. Великолепно. А теперь мы все это воспроизведем в голосе, спев вместе с Гаммой и Джереми. Ты поешь это упражнение как песня, но это не так, это неправильно, это не песня, это разогрев. Поняла? Здесь есть несколько трудностей. Попробуйте дома потренироваться, и вы сможете увидеть, как вам легко будет разогреваться самостоятельно. Теперь ты поняла? Начнем исполнять ню-ню, но только через нос. Остановись. Ты не дышишь через нос, а это очень важный момент. Твое дыхание должно идти через нос. Ты внимательно собираешься и вдыхаешь через нос. Начнем. Немного легче. Ням-ням-ням-ням. Эти твои звуки выливаются через дыхание в нос. Мы воспроизведем такие звуки, как ням-ням, ню-ню-ню, ю-ю и многие другие вокализы, которые сейчас вам покажем. Итак, начнем с ю-ю. Ю-ю очень важен, потому что речь идет о звуке у, ю. Не забывайте про у. У — это последняя составляющая, которую вы произносите по кругу. Теперь Жули. Ты
Ты поешь, этот вокалист? Ну, это нормально. Это нормально для любого певца. Но не забывайте, самое важное и последнее в вокализе — это разогрев голосового инструмента. Вы также можете пропеть этот вокализ. Вы же певец. И неважно, как вы будете его петь — с пианистом или виолончелистом, с органистом или с помощью таких упражнений. Это понятно? Повторим еще раз. На самом деле, ты могла бы сделать это и лучше. Попробуем еще раз. Я через нос. И хорошее «и». Не забывай, что это не только работа носа, но и всего дыхательного аппарата. И так всегда. Donc ne crispe pas le nez et garde les lèvres souples. Encore une fois. Toujours très simple. Теперь это звучит правильно. Хорошо. Сейчас мы пройдем еще один вокалист. Муми. Ты должна ощущать звук прямо у себя под носом, над верхней губой. Или как будто ты произносишь «ди-дю». И так много раз. Поняла? Начинай. Это очень необходимо для голоса. Мы можем начать снова. Ты не дышишь через нос. Посмотри, как это делаю я. Повтори. Попробуй делать вдох, как я. Ваше домашнее задание. Дома вы можете потренироваться, поработать, разогреваясь через нос и следя за своим дыханием в целом. Достаточно. Это нормально. Дома вместе с фонограммой, по вашему желанию, вы можете позаниматься самостоятельно. Сначала медленно и тихо, потом более громко и быстро, как эта девочка. Следующий вокалист – до, дю. Следи за тем, чтобы звук был собран и шел четко в одну точку. Et puis on répète do 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 du du du, on répète le son. Do 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 du du du. Вы можете потренироваться. Такой вокалист помогает концентрации звука. При этом ваш голос будет звучать плотнее, четче и собраннее. Итак, произносите четко и разборчиво. До 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 дю дю дю. До 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 дю дю дю. Достаточно. Ты должна четче произносить. Контролируй свой звук. Сначала до, потом дю. Супер. Отлично. Теперь ты. Tu t'assures de bien prononcer do, Lichne. Du, et la consonne fait en sorte que la voyelle va monter. Le du. Du 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 du. À ton tour. Du 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 du. N'oublie pas, pas nécessaire d'appuyer, pas nécessaire de pousser, ça chante. D'accord ?
Voilà pour le do-du. On passe à l'autre. Это самое необходимое для усовершенствования голоса. Согласна? Сейчас самый последний вокализ. Его можно делать по тактам гаммы. С его помощью можно выявить плюсы и минусы в твоем произношении такого звука. Попробуем еще раз. А сейчас с помощью этого звука мы споем этот вокализ по тактам, но в более быстром темпе. Дома вы несколько раз делаете это упражнение вместе с Жюли. Pas mal, on la reprend encore une fois. Voilà, impeccable. Итак, мы прошли последний вокализ, который вы можете использовать вместе с другими для воспроизведения. Каждый вокализ вы должны хорошо выучить. Все эти вокализы вы увидите в каждой главе этого путеводителя по вокалу, и вы сможете их заучить и исполнить. Et voilà, on a fait l'exercice avec Julie. Итак, после упражнения Жюли вы должны были понять, как правильно дышать через нос и как следить за звуком во время исполнения упражнений. А сейчас Джереми сыграет несколько нот для первого упражнения. Теперь вы. C'est à vous. Вуаля, с ням-ням-ням-ням мы закончили. Второй вокализ – это «йоу», «я». Очень важно следить за своим дыханием. Звук произносится твердо и акцентированно, тогда гласные в этих звуках будут получаться правильно. Попробуйте после меня. À vous.
знаю я, мы закончили. Третий вокалист – Мо-ми. Вы также можете его использовать. Очень важно здесь произношение звука «му», нечто среднее между «е» и «у». Произносите его мягко и расслабленно, но не твердо, как «мо» или «ми». Попробуем вместе. C'est à vous. Le mi maintenant. Vas-y, Jérém. Mi, 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 mi. C'est à vous. Моми, мы закончили. Четвертое упражнение – тренировка вокализа до дю. Его нужно исполнять так, чтобы звук концентрировался в области неба. Мы как бы смягчаем его с помощью носа. Этот звук должен как бы звенеть, лететь. Особенность французского произношения в таком буквосочетании состоит в том, что оно произносится как нечто среднее между «е» и «о». Произносите его мягко, но не твердо, как «до» или «ди». Du-du-du, et pas do-do-do, du-du-du. C'est bien do-do-do, du-du-du. Allez, c'est parti, mon Jérém, on le tente. Do-d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 o. À vous. Pour le du. Вот и все на додю. Я надеюсь, что ничего сложного в этих упражнениях для вас нет. Звук должен быть близким и легким. Закончили. Следующее упражнение – это арпеджио. Это упражнение может показаться кому-то сложным, но мы поработаем над всеми этими трудностями. И мы должны научиться владеть этим видом работы. Вы должны петь как в быстром темпе, так и в медленном. Мы пропоем все эти вокализы от начала до конца. Mo 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 mi mi mi.
c'est à vous. Теперь вы. Voilà, l'arpège c'est fini. C'était le dернier des exercices. Арпеджио закончилось. Оно играет очень важную роль в упражнениях, которые вы можете применять в совершенствовании ваших технических приемов постановки голоса. Вы можете сделать эти упражнения со мной или без меня. Вот так. Итак, вы узнали разные вокализы и всевозможные гаммы, которые певец должен обязательно петь. Можно заниматься вдвоем. Глядя на кого-то напротив, вы сможете увидеть, как меняется ваш голос и как он работает. Вы также выучили несколько разминочных упражнений и научились пропевать некоторые вокализы, которые вы можете использовать на свой выбор. Сейчас мы покинем кабинку студии звукозаписи и пойдем в другую, где нас ждет Джереми. Он научит нас тому, как, оставаясь один на один рядом с фортепиано, можно петь. Вы сможете выучить мажорные и минорные гаммы. Сейчас мы немножко поработаем с Джереми. Он будет как бы вашим гидом-проводником, то есть вашим аккомпаниатором. Привет, Джереми! Вы поете ноты и каждый вокалист, который следует далее, и вы должны исполнять вокалист вместе с пианистом. Он играет гаммы, а вы поете по нотам. Vous avez maintenant l'accompagnement qui vous permet de faire chacune des vocalises. Entre chaque vocalise, je vous suggère. И вот вы уже подготовлены к каждому вокализу. Каждый вокализ вы должны пропевать по несколько минут каждый день. И напоследок третий и последний вокализ исключительно с арпеджио. Jusqu'à l'arpège que Jérémy va vous jouer maintenant.